А в это время житель Великобритании Александр Маканга гулял себе и снял на видео нападение крокодила на слоненка. Инцидент произошел в национальном парке Ливонде в Малави. Хищник схватил за хобот слоненка, пришедшего на водопой. Слоны испуганно затрубили и стали отступать, пряча за спины детенышей. А затем мама-слониха помогла малышу освободить хобот и прогнала крокодила. Конечно, дома потом был разговор о том, как опасно гулять одному, была и валерьянка, и слезы до утра. Так что, слонята, впереди выходные, будьте осторожны. Четверг. Вы так устали. Вы просто устали все контролировать. И этим незамедлительно воспользуются те, кому тоже надоело быть вечно под колпаком. Итак, вы пошли вечерком развеяться после работы. Но ведь им-то тоже как-то надо самовыражаться. Как-то чувствовать себя живыми, настоящими, со своими чувствами и желаниями. Чувствовать себя нужными вам. Ведь можно ж только предположить, какое количество тихих, незлобных слов вы произнесете в их адрес, придя домой. А этим хулиганам много не надо. Просто ваше внимание. Да-да, этим милахам тоже бывает одиноко. И тоже так хочется кого-то взять и поцеловать украдкой. Или просто понежиться рядом. Ведь они ж для нас на все готовы. Помочь в любой, даже самой непонятной ситуации. А потом еще долго улыбаться тому, что оказался нужен. Тому, что у тебя есть друзья. Тому, что от доброго слова плохое настроение как рукой снимает. И при таком раскладе хвостатые пойдут на все, чтобы как можно больше быть рядом с нами. И на фотографиях улыбаться как можно шире.